В минувшем году профицит бюджета Тверской области составил около 2,5 миллиардов рублей. Такие цифры были озвучены на очередном заседании регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя. При этом глава региона отметил, что в развитии финансово-бюджетной системы Верхневолжья сохранилась положительная динамика. Реализация мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции существенно увеличила нагрузку на финансово-бюджетную систему Тверской области. Дополнительные средства по инициативе президента страны Владимира Путина в Тверской области были направлены на обеспечение санитарно-эпидемиологических мероприятий, модернизацию системы здравоохранения, поддержку экономики и граждан. На эти цели было направлено в нашем регионе более 8 миллиардов рублей. И мы благодарны президенту Российской Федерации, правительству Российской Федерации за беспрецедентные меры поддержки и регионов, ну и в данном случае нашего региона, по вот этой непростой ситуации, которую мы прошли в 2020 году. В целом, как отметил Игорь Руденя, минувший год Тверская область завершила с профицитом бюджета в 2,5 миллиарда рублей. В развитии финансово-бюджетной системы Тверской области сохранилась положительная динамика. Рост собственных налоговых и неналоговых доходов областного бюджета составил порядка 10% по сравнению с 2019-м. Это более 5 миллиардов рублей. Возросли поступления по всем основным видам налогов, что свидетельствует об эффективности мер поддержки экономики на федеральном и региональном уровне. Это еще и заслуга Федеральной налоговой службы, как мы договаривались, которые выполнили четкое указание президента, никого не душили, дали возможность предприятиям рассрочки, отсрочки платежей в установленном законном порядке. И нам тоже это очень важно, что мы, собственно, получили такой опыт работы в непростых условиях, когда предприятия тоже работали, часть сотрудников предприятия работала в дистанционном режиме. Как отмечают эксперты, в Тверской области продолжает снижаться долговая нагрузка, в том числе расходы на обслуживание госдолга. Благодаря этому был повышен кредитный рейтинг региона по национальной шкале с 3B+ в 2019 году до A- в 2020 году.